еще чуть усилия. Вы должны позаботиться. Вы сейчас остаетесь на 10 минут. На собрание десяток. Вы должны позаботиться о том, что мы возвращаемся, по крайней мере, к ощущению Конгресса. И я забочусь, чтобы это происходило во всех. И такое ощущение было бы нам понятно, что мы не в состоянии сделать, мы деградируем. Вы не чувствуете эту деградацию за дня в день? Мы удаляемся, мы меняем наши мысли и наши ощущения на другое, на более внешнее. Надо проверить, где то состояние, которое было с Творцом, где только Он может нам его вернуть и поддержать. И это уже не возвращение, это уже будет что-то новое вместе с Творцом.